Юношескую сборную спортивного резерва футбольного клуба «Балтика» теперь будет спонсировать ООО «Молоко». Правда, выделенной суммы хватит только на одну, самую лучшую юношескую команду. Тем не менее, теперь хотя бы родителям футболистов 2000 года рождения не придется покупать экипировку и отправлять ребят за свой счет на соревнования. Сумма 1 600 000 на год, да, которая включает в себя полное финансирование этой группы. То есть это и международные турниры, это и российские соревнования, это полная экипировка футболиста, это дополнительное питание, которое они будут получать после каждой тренировки. Переговоры между ООО «Молоко» и футбольным клубом длились около 4 месяцев. В конце концов, сотрудничество было решено начать с начала этого года. Планируется, что продлится спонсорство как минимум в течение 2 лет. Я считаю, что это хорошая идея поддерживать детский и юношеский футбол, особенно на фоне того, что в нашей Балтике основной большинство иногородних. Хочется, чтобы наши ребята, талантливые, которые развиваются, могли достойно занять место в основном составе Балтики в перспективе. Футбольному клубу же хочется, чтобы занять достойное место в Балтике впоследствии смогли не только футболисты 2000 года рождения. Но других спонсоров пока что не нашлось. А потому в ближайшее время возлагать надежды будут лишь на одну перспективную юношескую команду.